В железнодорожном районе города столкнулись два легковых автомобиля. Иномарки врезались друг в друга практически лоб в лоб. К месту будущего ДТП Toyota Crown приближалась со стороны центра города. Второй участник ехал навстречу, от аэропорта. Молодой человек, который управлял Honda Integra, собирался свернуть налево, на промышленную. При этом он видел встречную машину, но был почему-то уверен, что она тоже свернет на второстепенную дорогу. Мне показалось, что он ехал по первому ряду, который только для поворота. А потом уже, когда я начал поворачивать, он свернул на первую. Ну, я не уверен, но было похоже. Без поворотника ехал. Водитель «Тойоты» тоже видел своего оппонента, но продолжал двигаться по прямой, пока не врезался в едущую на перерез «Хонду». Несмотря на солидную скорость обоих транспортных средств, травм никто из участников столкновения не получил. С места происшествия Михаил Сергеев, Татьяна Шамбурова, Александр Савчук.